Свыше 40 миллиардов рублей будет стоить строительство зданий для Верховного суда в Петербурге, включая новый театр для Бориса Эйфмана. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. Подрядчика для строительства выбрало управление делами президента. Процедура прошла без конкурса, а название компании не разглашается. Работы должны начаться уже в этом году. На 2016 год выделяют почти 14 миллиардов рублей. Примерно столько же заплатят в следующем году и в 2018. Средства предоставляются из федерального бюджета. К декабрю 2018 года все работы должны быть завершены. Напомню, судебный квартал займет 10 гектаров на набережной Малой Невы. Ранее ВТБ хотела построить здесь элитный жилой комплекс Набережной Европы. Причем даже до кризиса стоимость работ была заявлена выше, чем у государственного проекта – 47 миллиардов рублей.